На проспекте Ивана Яковлева вновь ограничили движение транспортных средств. На участке от перекрестка с улицы Хеверской до проспекта Мира будут строить подземный пешеходный переход. До 1 июня 2014 года движение организовано по временной объездной дороге. Средства удалось изыскать в этом году, хотя реконструкция назревала давно. Теперь на вопрос, откуда взять деньги, есть ответ из Дорожного фонда. Подробности далее. Часть денег на содержание и капитальный ремонт чебоксарских дорог и проездов выделяют из городского бюджета. Сейчас необходимые средства приходится выкраивать по частям из разных пунктов дохода. Однако в скором времени в городе появится специальный муниципальный дорожный фонд. Всегда город из своего бюджета выделял деньги на ремонты дорог, пригородских дорог, дорог, для, которые ведут в домовые, придомовые территории и так далее, и так далее. Да? А сегодня, вот сегодняшним решением, уже город создал сам фонд, муниципальный дорожный фонд. То есть это что? Значит, теперь не будем мы из бюджета что там кусочки вырывать, наоборот, в этот фонд деньги будут течь в этот фонд. Питать фонд будут акцизы на проданный бензин, транспортный налог, штрафы за нарушение ПДД, другими словами, платежи, связанные с транспортом, которые частично или полностью зачисляются в городской бюджет. Отныне тратить их можно будет только на дороге. В положении так и прописано. Эти деньги целевые, кроме как на эти цели, они никуда не могут расходиться. То есть, если они куда-то что-то уйдут в силу каких-то причин, это называется уже нарушение финансовой дисциплины там, и так далее, и так далее. Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.